Всем привет! Сегодня у нас 28 мая 2015 года. День недели у нас сегодня четверг. Время 10:30. Пора выйти на балкончик, посмотреть на улицу, насладиться вечерним бризом, почти бризом. Бриз на море обычно, да? Ну и на балкончике сейчас такое легкое дуновение ветерка. Вот. И на самом деле спал. Пришел с работы и спать обрубился. А телек работает. Я, короче, новости смотрел. Сейчас просыпаюсь, думаю, надо встать, попить чай, искупаться и лечь спать опять. Смотрю, пропущенный от матушки час назад был. То есть она мне звонила в 9. Перезваниваю ей, алло. Она, алло. Привет. Привет. Ты что, заболел? Я говорю, нет. А что с голосом? Какое состояние души, такой голос, говорю. Что случилось? Я говорю, да что, блин, зуб болит. Точнее, не зуб, зуба-то уже нету. Болеть-то нечем, челюсть болит. Выпил таблетку, говорю, прилег. И заснул. А челюсть так и болит. Ну как, не так прям, чтобы сильно, да, ну чуть-чуть. Что-то ветер усиливается, кстати. Че звонишь, говорю, так поздно? Батю поздравил, типа. Я говорю, что сегодня? Она говорит, да, сегодня. Вот черт, говорю, блин, нифига не поздравил, забыл, замотался в делах. Сейчас поздравлю, говорю. Давай, пока. Пока. Сегодня же день у нас пограничника. А отец у меня пограничник. Звоню ему раз, дозвониться не могу. Звоню ему два, дозвониться не могу. Ну, Бог любит троицу, конечно. И после того, как попью чай, позвоню ему в третий раз. Попробую дозвониться. Скорее всего, отмечают этот праздник. А, да, кстати, вышел, когда звонит-то бате. Смотрю, салют вдалеке. О, Москва ведь тоже празднует, оказывается. Потом, у меня, короче, история за историей. Выхожу на кухню, ну, наливать себе чай. Открываю дверь, и братан идет в соседней комнаты. Ну чё, как? Я говорю, болит. Он, что болит? Я говорю, а ты про что, как? Заходим вместе на кухню, я ему анекдот рассказываю. Сегодня ВКонтакте в новостях вычитал. Шкипер, приборы. 14. Что 14? А что приборы? Поржали вместе, в общем. Да, плохо это, ребята, конечно, что я забыл пахана поздравить. Хотя мы вчера, 27 числа, как раз таки на работе разговаривали, что «Оу, день пограничника же скоро дам». У нас один коллега пограничник, второй коллега пограничник. Пограничник. Ну вот так. Так, как день сегодняшний прошел? День прошел на работе. В рабочем ритме. Работал, работал, работал. Пришел домой и забылся спать. Сейчас опять буду спать. Вообще. Не жизнь, а романтика. Вот, смотрим на
вечернюю Миклуху Маклая 28 мая 2015 года. И идем спать. На этом все. Всем пока, всем удачи. Всем спасибо за внимание. Пейте чай. Не забывайте поздравлять родителей с Днем Пограничника. И будет вам счастье. Да? До скорых встреч. Всем привет, с вами Ермоленко Игорь. Вы смотрите видео-дневник день за днем. Сегодня у нас 28 мая 2013 года. Время сейчас около 19:00. Да, сегодня день пограничников. Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видео-дневник день за днем. День у нас сегодня 28 мая 2014 года. День недели у нас среда.